Друзья, сегодня мы в гостях у нашего партнера Aesthetic Clinic. Я рада вам представить генерального директора Анну Сергеевну Ануфриеву. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте, Анна. Да. Благодарим, что пригласили нас. Очень интересно нам у вас побывать. Расскажите, пожалуйста, о клинике. Как давно вы открылись? Клинике уже около 10 лет. Клиника работает на двух территориях. Это Первомайская и Митина. Соответственно, клиника, в которой мы находимся сейчас, открылась в 2019 году. И новый сезон мы будем встречать в новой концепции. Мы разделили лицо и мы разделили тело, потому что эту необходимость продиктовали нам наши пациенты. Поэтому мы их любим, мы стремимся сделать их жизнь красивой, качественной. Поэтому вы сегодня видите вот то, что я вам показывала до этого. У вас действительно очень приятно и очень красиво. И вот сейчас мы находимся в Митино. Это прекрасный, тихий, спокойный район. И я здесь, по-моему, не видела клиник такого масштаба. Да, Анна, вы правы. На территории Митино конкурентов у нас нет. Соответственно, эту территорию по географии мы можем расширять до Строгино, до Павшинской поймы и даже до Новой Риги и до Одинцова. Наша клиника, соответственно, на сегодня уже имеет два направления. Это направление, где мы сейчас с вами находимся, про тело. Как я уже сказала, мы открыли совсем недавно, и нам его натолкнули нас на эту идею наши пациенты. Потому что выявили четкие потоки пациентов, которые занимаются телом, которые занимаются лицом, и они любят разделять эти все мероприятия. Соответственно, мы их тоже разделили на разные территории. Я думаю, им будет комфортно, удобно, и они порадуются за то, что теперь они будут в таком красивом пространстве получать качественные медицинские услуги. Да, пространство действительно очень красиво, я уверена, что им будет удобно, тем более, что я знаю, что у вас очень большой парк оборудования. Клиника очень хорошо оснащена. Расскажите об этом. Это наша основная тенденция, скажем так, стратегия. Я знаю, что многие коллеги, не хочу называть их конкурентами, предпочитают работать на каком-то минимуме аппаратов и, соответственно, таким образом оказывают услуги по лицу и по телу. Мы идем немного другим путем. Мы стараемся использовать самые современные, самые популярные аппараты по телу и по лицу. Поэтому парк аппаратов у нас регулярно обновляется. Мы следим за амортизацией, мы следим за эксплуатацией. Поэтому не пользуемся, при этом хочу заметить, аналогами или другими какими-то расходными материалами, которые не оригинальные. Поэтому за качество наших процедур мы несем полную ответственность и за наш парк аппаратов, который у нас большой, мы его очень любим, бережно относимся и, соответственно, предлагаем эти услуги нашим пациентам. Да, это очень важно, сильно, когда пациент может быть на 100% уверен, что здесь только оригинальные аппараты. Да. Очень важно. Расскажите, пожалуйста, какие у вас самые популярные процедуры? Есть такое, что вот какая-то на какую-то процедуру пациенты прям любят и ходят больше всего? Или разные? Смотрите, это уже мы уходим в производственную деятельность. Соответственно, мы можем это оценивать по экономическим показателям. Скажу коротко, что клиника план выполняет. Тот план, который мы закладываем при финансовом планировании. И я бы хотела рассказать о том, что мы планируем, то есть чего нам не хватает. Проблем с использованием аппаратов и оказанием услуг нет. Но есть направление, которое нужно развивать, а это именно направление, которое называется эстетическая гинекология. Очень популярное направление, но из-за того, что у нас молодой район, и такой, назовем его спальным, закрытым. Наверное, здесь все-таки это откладывает отпечаток на пациентов. И мы бы хотели расширить именно это направление, которое нам не удается никак пока продвинуть.
Поэтому делаем упор на это в новом сезоне и пересматриваем и маркетинг, и финансовую составляющую, и экономическую. Будем стараться развиваться в этом направлении, эстетическая гинекология. Это очень перспективное направление, да, оно постоянно набирает обороты в последние годы, именно эстетическая гинекология. И хотелось бы задать несколько вопросов, может быть, вашему врачу-гинекологу уже именно про сами процедуры. Анна, вот знаете, у нас уже есть небольшой опыт, назовем это так, ну как небольшой, уже практически 2 года мы это активно внедряем. Соответственно, да, более узкие вопросы, и мы можем задать нашему гинекологу, ведущему Бергасовой Ольге Леонидовне. Опыт работы у нее более 17 лет. И, соответственно, мы можем поделиться своими уже наработанными какими-то фишками, чтобы коллеги также использовали в своей работе наш опыт. Друзья, к нам присоединилась врач-гинеколог Ольга Леонидовна Вергасова. Здравствуйте. Добрый день. И мы с ней поговорим об эстетической гинекологии. Я слышала, что есть такой тренд, эстетическая гинекология набирает обороты, что сейчас все больше интерес к этой зоне эстетической гинекологии. Это так? Да, это верно. Большое количество девушек разного возрастной категории приходят вот с такими запросами, хотят вот улучшить качество данной зоны. Угу. А что касается именно здоровья, что-то у вас есть? В клинике представлен большой спектр диагностической аппаратуры, на которой, конечно, мы проводим чекап. То, что каждая девушка, женщина делает раз в году. Забор анализов на онкоцитологию для исключения онкологии шейки матки. Забор анализов на скрытые инфекции, когда мы раз в год проверяем качество своего здоровья и должны убедиться, что все хорошо. Если же выясняются какие-то проблемы, это быстро можно скорректировать и не доставить себе никаких сложностей в дальнейшей жизни. Также аппарат УЗИ имеется в клинике Samsung, на котором мы прекрасно можем диагностировать изменения щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза, а также диагностировать беременность и провести исследования по триместрам, то есть в первом, втором, третьем триместре посмотреть малыша и дать женщине спокойствие в том, что все хорошо. А расскажите, пожалуйста, нам про ваш опыт работы с аппаратом МСЭЛа. Прекрасное кресло, наверное, то, которое любят все гинекологи за его эффективность, за то, что не требуется никакой подготовки и нет никакой реабилитации. Вот одни плюсы. Данное кресло показано и мужчинам, и женщинам для укрепления мышц тазового дна. В каком возрасте можно данный аппарат использовать? Собственно говоря, в любой. Это не аппарат возрастной группы пациентов. Это аппарат, который действует для профилактики укрепления мышц, для восстановления, если есть уже проблемы, изменения мышц тазового дна, для мужчин заболевания мочеполовой системы, а также снижение либидо. Вот с этими проблемами прекрасно борется аппарат. Для женщин восстановление в послеродовом периоде более быстрое, более интенсивное, сразу ощутимое после курса. А также в периоде, когда уже возрастные инволютивные изменения проходят вот в мышцах тазового дна, также прекрасно кресло справляется со всем. Достаточно 10 процедур, как правило, через день, чаще не требуется, для того, чтобы достичь стойкого эффекта, мышцы восстанавливаются, и дальше на протяжении полугода повторных вот таких курсов не требуется. Прекрасный эффект. Нам очень нравится. Да. А что говорят пациенты? Есть какие-то отзывы? Очень благодарны, потому что не было еще ни одного пациента, который бы не был благодарен. Потому что после вот так получается, где-то после 5-й процедуры все как один чувствуют эффект. Прекрасный бонус, повышение либидо. Для активной жизни это очень важно, для настроения, для ощущения вот этой полноты жизни. Они все с горящими блестящими глазами дают положительные отзывы, это тоже очень радует. Ну и, конечно, терапевтический эффект, когда я как гинеколог могу на кресле оценить состояние вот тех самых мышц, конечно, это объективно видно улучшение. А состояние мышц к какой процедуре тоже улучшается? Я, как правило, смотрю, если, естественно, пациентку до процедуры подбираю ей протокол, и на 8-й процедуре тоже всегда осматриваю, чтобы понимать, нужно ли до 12 процедур пролонгировать вот курс или останавливаемся на 10, как правило.
Да, это очень интересно. Да, я наслышана уже от многих наших партнеров, что действительно отзывы пациентов всегда восторженные. Прекрасные, да, прекрасные. Нам всем очень нравится, мы очень рады такому креслу, такой разработке, потому что ну, позволяет решить массу проблем. Хорошо, я очень рада, что у вас тоже только положительный опыт с креслом Эсселла. Вам в дальнейшем желаю дальше побольше довольных клиентов. Благодарю. Да, благодарю вас. Да. Спасибо. Спасибо.